А у нас сегодня тема «Успешный старт в бизнесе». И мы поговорим сегодня об основных моментах, которые нам важны, нужны, нужно знать для того, чтобы у нас все получилось. Значит, и в первую очередь хочу сразу сказать, что у нас есть разные функциональные уровни. Есть разные этапы, и на этих этапах у нас разные действия. Понятное дело, что если вы зайдете в любую фирму, в любой магазин, там есть руководители, есть исполнители, и у каждого из них свои задачи. Вот здесь у нас то же самое. Естественно, у консультантов на начальном уровне от 0 до 6%, вот когда вы только пришли, зарегистрировались и начинаете изучать. Делать определенные действия, мы о них сейчас как раз будем подробнее говорить. Когда вы уже получили определенный, у вас уже есть опыт определенный, есть уже определенная команда, то здесь добавляются еще другие функции. И менеджер 9-18% не делает уже некоторые функции, которые на первом уровне, или, может быть, делает меньше. Но у него более интересные, более существенные уже задачи появляются. Ну и так далее. Да? С вашим ростом по карьерной лестнице ваши задачи становятся все более интересными, все более емкими, да, и так далее. Ну, для этого у нас есть на каждом уровне свои тренинги. А сегодня мы как раз поговорим о... У нас тренинг для новичков от 0 до 6%. Какие же здесь у нас функции? Значит, есть правило 3П – посещать, приглашать и пользоваться продукцией. Значит, и сейчас вот эти вот 3П я вам подробненько и расшифрую, да, что каждое из них обозначает. Первое у нас – это посещать. То есть для нас в первую очередь важно это обучение. А почему? Потому что дело новое, об этом вы первый раз слышите, опыта еще в нем нету, и многому, очень многому нужно научиться. Не все сразу будет получаться, это естественно. Нужно слушать опыт других коллег, опыт тех, у кого получается. Вот здесь у нас специально разработаны тренинги, на которых мы рассказываем о своем опыте, уже успешном, о том, что нам дает результат. И поэтому очень важно ходить на каждый тренинг. Если вы не попадаете на эти обучения, то смотрите в записи, но вживую вы, конечно, получите гораздо больше. Живые тренинги, они гораздо более эффективны. Но если вдруг вживую не попали, то посмотрите хотя бы в записи. Вот. Очень важно еще, почему именно их, потому что у нас есть результат, а нужно слушать тех людей, у которых есть результат. Ну, к примеру, может быть, вы пойдете... подружки спрашивать, а как вот мне в бизнесе получить результат? Ваша подружка, может быть, вообще понятия не имеет, как в бизнесе получить результат. Она в другом каком-то деле профессионал, да, юрист, например, она. Соответственно, у нее по юриспруденции есть смысл слушать советы, а по бизнесу нету. Лучше слушать тех, у кого есть уже наработки свои собственные. Вот, у нас здесь на вебинарах выступают практики, те люди, у которых это реально уже на опыте, на практике получается. Значит, что у нас по обучению, да, какие есть обучающие мероприятия? В первую очередь это вебинары. Сейчас запущена серия вебинаров по будням. Каждый день у нас несколько раз в день проходят какие-то вебинары, и плюс еще периодически добавляется что-то такое вот разовое, как бы, да, не цикловое. Об этом можно посмотреть в расписании, когда какой вебинар у нас будет. Значит, в целом, в 11 утра и в 7 вечера по Москве у нас проходят презентации бизнеса, презентации о возможностях. И вот ваша задача – прийти самим на эту презентацию. Каждый день у нас проводят презентации разные лидеры, менеджеры и директора. И вы в любом случае, эти презентации разные, вы что-то новое будете на них слышать, и постепенно у вас уже своя картинка об этом бизнесе сложится, своя презентация. Поэтому идете на эту презентацию и обязательно ставите себе цель на каждую презентацию пригласить с собой своих потенциальных кандидатов, тех, кому это могло бы быть тоже интересно. Тогда будет ваш бизнес развиваться. И каждый день вот у нас в 11 утра и в 7 вечера проходят бизнес-встречи, такие вот онлайн. 4 часа у нас тренинги по работе. То есть это для новичков такие вот тренинги, с чего начать, первые шаги. Сегодня вот у нас успешный старт, завтра будет работа ВКонтакте, работа в разных соцсетях, как делать, эффективность, планирование. То есть все, что касается работы вашего успешного продвижения в интернет, в этом бизнесе, это вот 4 часа по тренингам, тренинги для новичков. А в 8 часов тренинги по развитию личности. То есть это интересные очень темы, которые дают
успешные предприниматели нашей команды, иногда приглашенные какие-то гости, но большей частью лидеры нашей команды. То есть это и планирование эффективное, это и личный бренд, и имидж, и как построить успешную организацию, техника продаж и так далее, как поставить правильную цель, как добиться своих целей. То есть это тренинги, которые актуальны и для новичков, и не для новичков, и вообще даже могут быть интересны тем людям, которые еще пока не сильно в бизнесе заинтересовались, но в целом они очень классно помогают развитию по жизни. Поэтому на эти тренинги тоже ходим. Да? Расписание можем посмотреть в нашем этой самой, в нашем расписании, да, есть Google документ, ссылка на расписание есть у нас в группах, а в наших или в интернет-чате спрашивайте, она периодически выкладывается, да, в письме тоже я высылаю в рассылках, но если нет у вас расписания, попросите в интернет-чате, дайте, пожалуйста, расписание. Вот, обязательно отслеживайте, ставьте себе ежедневник, вот я буквально сегодня вот опять же себе ежедневник отмечала в ближайшие тренинги, когда чего кто ведет, да, вот, и постоянно это делаю, даже сама постоянно хожу и учусь, потому что всегда что-то новое, даже для меня на вебинарах я слышу. Значит, это первое, вебинары. А второе, смотрим записи. Значит, есть темы, которые в любом случае важно посмотреть. Вот тема, например, как работать ВКонтакте, или как работать там друг вокруг, или в Одноклассниках, вот те, которые у нас в 4 часа проходят, да, они порой по кругу идут, конечно, там разная информация, но смысл, в принципе, по работе в интернет, он не сильно прям уж так вот отличается, этому не надо 5 лет учиться, да. А вот здесь вот, вот эти вот тренинги, которые по цифркой 2, их в первую очередь нужно посмотреть для того, чтобы правильно сформировать понимание бизнеса и понимать, куда двигаешься, как двигаться, да, то есть это вот основное. И поэтому смотрим ближайшие, когда будут тренинги на эти темы, или же смотрим их в записях. Это вот успешный старт, да, то, что я даю сегодня. Тренинг продажи. Продажи будет, по-моему, в среду у нас тренинг, если я не ошибаюсь, смотрите по расписанию. И сегодня вечером будет тоже такой вот общий тренинг по продажам. Через неделю, по-моему, 5 шагов успешной коммуникации я даю. Здесь тоже как раз продажи рассматриваются так прям подробненько, да. Вот, или в записи смотрите. Тема маркетинг-план очень важна для того, чтобы вы понимали, какие бонусы и выплаты, что вам за это будет. Разбирались, да, именно в тех выплатах, которые нам предлагает компания, да, что вы будете получать, как вам доходы свои рассчитать. Тема планирования очень важна для того, чтобы проставить правильно цели, к чему вы идете, какой результат вы хотите получить, например, в ближайший там, месяц, год, и какие действия вам для этого нужно делать, какие доходы вы будете получать промежуточные и в итоге, да, то есть ориентиры, такие вот как бы направляющие для вашего бизнеса, это планирование. А также очень важная информация о компании, чтобы вы понимали вообще принадлежность, да, то есть почему выгодно в нашей команде именно развиваться, именно в нашей компании, что вы при этом, что вам это дает. Да, потому что, ну, сейчас я не буду об этом говорить, иначе это тренинг целый на час, но для того, чтобы была у вас уверенность в бизнесе, уверенность в том, что вы занимаете, чем вы занимаетесь, к чему вы идете, и что именно с нами вы можете этого добиться, что это сотрудничество не на один день, а на десятилетия и на будущее, это деньги не только сегодня, но также и завтра. Для этого очень важно знать о компании. Ваши новички будут об этом спрашивать, да, что за компания, с кем мы работаем, что мы продвигаем, да. Вот эта информация, тоже найдите ее, спросите в чате, да, посмотрите запись или приходите на ближайший тренинг. Также индустрия MLM – очень важная тема, потому что вы пришли в бизнес, который несколько отличается, да, то есть, я думаю, вы уже слышали, мы не наемные работники, и в то же время мы не стандартный вот предприниматель, да, как говоришь, предприниматель в обычном понимании, мы не совсем обычные предприниматели, потому что обычные предприниматели чаще всего заняты с утра до вечера, ну, а те, которые могут спокойно себе отдыхать и не тратить время на бизнес, таких очень-очень мало, и создавали они свой бизнес не один десяток лет. Да? Вот. Мы, в принципе, можем изначально вести свой бизнес, сидя в шезлонге на диване, вот, развивать его, быть успешными, получать хорошие деньги. Да? То есть у нас как бы
есть ряд преимуществ перед всеми остальными видами бизнеса. И вот о том, чтобы, зная их, у вас, во-первых, свой энтузиазм будет выше, да, потому что вы будете понимать, что вы в нужном месте, в правильное время пришли, и у вас много перспектив, много шансов. Если линейный бизнес сейчас закрывается, очень многие проблемы у многих предпринимателей, наш бизнес, он сейчас как раз-таки наоборот развивается, и, в общем-то, для сетевого бизнеса понятие кризис не существует. Ну, во всяком случае, для нашей компании, поскольку продукт нужный, популярный, никогда никто, люди не перестанут мыться, поэтому мы, в общем-то, сейчас в выигрыше. А вот почему, об этом приходите узнать как раз на тренинг «Преимущества МЛМ». И важно тоже узнать вам, научиться на первых этапах сопровождения новичка. Вот когда вы начинаете первое действие, у вас достаточно быстро появятся люди, которым что-то нужно, которые что-то хотят. И очень важно не просто его зарегистрировать, дать ему ссылку на интернет-кабинет и ссылку на вебинар, и все. А важно его провести по первым шагам, да, контактировать, общаться, вызывать нужную информацию. И для этого у нас есть тема тренинг сопровождения новичка. Что нужно сделать с вашими людьми, что им нужно объяснить, дать, показать, научить, да, для того, чтобы он тоже развивался, чтобы у него тоже получилось. Вот, это основные, наверное, темы. Третий пункт. Что еще очень важно для того, чтобы в плане обучения? Важно общение с вашим спонсором. Кто такой спонсор? Это человек, который вас пригласил, который вас обучает, которому выгодно, чтобы у вас получилось. Да? Первый человек, которому выгодно, это вы. Второй человек – это ваш спонсор. Спонсор не означает, что он вам дает деньги. Он не деньги вам дает, а свои знания. Это информационный спонсор. Да? Просто мы кратко так называем спонсор. Вот. И это человек, у которого вы можете очень многому научиться. Просто нужно с ним общаться. Мы высылаем информацию, мы спрашиваем вас, как дела, но работаем, естественно, мы с теми, кто более активен, кто сам задает вопросы, потому что дергать человека, который не проявляет активность, который сидит, молчит, прячется, там не обучается, не приходит, ну, видимо, ему это не очень нужно, не очень интересно. Проще работать с человеком, который прислушивается к рекомендациям, который сам себя как-то проявляет, что-то ищет, которому что-то нужно. Ну, как минимум, я не могу узнать, что не знаете вы, пока вы об этом не спросите. Как говорит это самое, если чего-то не знаешь, как сделать, идешь либо Яндекс, там спроси у Google, у Яндекса, у Ютуба, сейчас много роликов, ну, если это технические какие-то там, да, моменты, нюансы, как сделать Google Form. В принципе, у нас есть ролик на эту тему, да, можно зайти к нам на канал, это взять. Можно написать в интернет-чат, скиньте, пожалуйста, ролик, как сделать Google Form. Можно зайти у Ютуба, спросить, как сделать Google Form. Вам куча видеозаписей выдастся разных людей, вы просто эти знания берете, применяете, сделаете себе Google форму. Не надо никого дергать. То есть разные подходы, да, но проявляйтесь как-то, да, обозначайте, что вам нужно. Либо спрашивайте сами, либо ищите сами, обращайтесь, общайтесь. Есть такой секрет. Каждодневное общение со спонсором на первоначальном этапе хотя бы 10-15 минут дает результат. У меня, в принципе, все новички, которые со мной в плотном сопровождении начинают, за первый месяц выходят уже на уровень 9%, на уровень менеджера, у них уже 5-10 человек в команде появляется. Это те, с кем я активно общаюсь, да, может быть, там не каждый день, но вот несколько раз в неделю как минимум, да, кто выполняет те задания, о чем мы договариваемся. Да, поэтому здесь вы поймите, что ваш информационный спонсор – это ваш друг. Вам выгодно как можно больше ему задавать вопросы, с ним больше коммуницировать. Глупый вопрос – это тот, который не задан. Поэтому, особенно на первоначальном этапе, не бойтесь задавать вопросы, если у вас что-то не получается или вы чего-то недопонимаете. Лучше несколько раз вы потратите время, посидите на скайпе, пообщаетесь, мы с вами пообщаемся, что-то разберем, но зато вы это будете дальше потом понимать, и уже у вас не будет уходить время, да, вы сможете продвинуться дальше к следующему этапу. Поэтому важно, общайтесь со спонсором. Также здесь еще у нас идет анализ эффективности. То есть когда есть категории разные людей, есть категории, у которых получается, у которых не получается. Которые получаются, они там начинают рыться, там послушали, применили, проанализировали, использовали успешный опыт, получается. Есть такие, у которых не получается, но
как я могу понять, что не получается, да, почему, в чем проблема? Мы берем, анализируем, что вы делали. Например, говорит человек, у меня не получается рекрутировать. Я спрашиваю, сколько сообщений ты послал? Ни одного. Ну, понятное дело, сами люди не прибегут, они не телепаты. Да, то есть надо понимать, что вы делаете, поэтому обязательно фиксируйте количество. Там, отправил 3 приглашения или отправил 333 приглашения. Это имеет значение, да, это очень важно. И несколько дней поработали, что-то поделали, взяли это все, собрали, обсуждайте как можно чаще со спонсором свою деятельность, если вы действительно хотите быстрый результат получить. То есть, насколько быстро вы хотите продвигаться, насколько быстро вам деньги, настолько часто общайтесь с вашим информационным спонсором. Наступит момент, когда вы действительно, у вас уже все будет получаться, вам не нужно будет общаться часто. Вы уже будете получать результат, вы уже его получите и будете понимать, как его приумножить. Да, но на первоначальном этапе общайтесь как можно больше. Значит, и четвертое, у нас есть источники информации, да, у нас есть закрытая группа ВКонтакте, у нас есть канал на Ютубе, где всякие ролики выложены, то есть и там мы выкладываем ролики, записи практически всех вебинаров, всякие разные шаблоны, какие-то советы, какую-то нужную информацию по продвижению, поэтому подайте запрос в том же интернет-чате или напишите вашему интернет-спонсору, информационному спонсору, чтобы вас добавили в эти ресурсы. Да, также сейчас у меня создается закрытый раздел на сайте, где тоже по паролю можно будет получить необходимую информацию, это уже в добавок к группе. Да. И есть интернет-чат, в котором сразу можно задать вопрос, получить ответ или нужную ссылочку. Это у нас второй пункт, посещаем, обучаемся. Видите, как много времени на него потратил, потому что это реально важно. То есть это был первый пункт. Второй пункт у нас. Что начинает делать новичок? Приглашает, рекрутирует. Да? То есть пункт второй. Наша задача – построить организацию. Наша задача – найти людей, которые будут хотеть пользоваться продукцией, заказывать, развивать бизнес, что-либо будут хотеть. Да? Поэтому здесь… Первый пункт, да, вы видите, хочу вам предложить такую схему. Не надо самим сразу пытаться сразу все сделать самостоятельно. Многие новички зашиваются, ну, как бы много пытаются перед собой сразу поставить задачи, объять все сразу, и все сразу бывает достаточно сложно. Сначала научитесь рекрутировать, информацию за вас будет давать спонсор. Вы послушаете, как это, составите потом уже свою презентацию, потом уже начнете давать. Научитесь рекрутировать, потому что любое дело, когда ему обучаешься, оно требует много времени и сил, да, нужно посмотреть, привыкнуть, даже элементарно, ну, любое дело, даже я для себя какую-то соцсеть начинаешь осваивать или сайт делать, или что-то еще, сначала ты это делаешь медленно. Когда ты это уже привык делать, оно становится на автоматизме, гораздо меньше времени уходит на то, чтобы сделать те же самые действия. Поэтому сначала доведите навык рекрутинга до совершенствования. То есть вот здесь вот ваша задача не проводить презентацию человеку, не сразу за него все построить. Нет, ваша задача найти заинтересованных людей, пригласить их на презентацию к спонсору. У нас, которая презентация по будням получается, да, в 11 и в 7 часов. Приглашайте в любое из этого времени, да, то есть ваша задача просто человеку заинтересовать, что да, он хочет, помочь ему на этот вебинар попасть, напомнить, что будет вебинар, да, там за 15 минут дать ему еще раз ссылку, прийти вместе с ним, помочь, если вдруг ему там плагин какой-то нужно установить. Вот эти вот нюансы разобрать, да, какие-то мелкие первоначальные. А задача спонсора вот на этом уровне, да, пока вы новичок, провести качественную интересную презентацию, чтобы ваши люди заинтересовались и присоединились к вашей команде. То есть это командное взаимодействие. Вы приглашаете, спонсор проводит обучение, да, то есть там, как бы, так построена система на первоначальном уровне, чтобы у вас сразу не было перенапряжения. Вот, поэтому не старайтесь сначала заинтересовать всех ваших потенциальных партнеров, кандидатов, тех, кто сказал чего-то как-то да, им сразу дать презентацию. Пригласите их, организуйте встречу. То есть вы говорите, хочешь узнать, отлично, давай тебе организую онлайн-встречу, но у нас же работа онлайн, поэтому естественно, что встреча произойдет онлайн, по скайпу или в вебинарной комнате. Давай я тебе организую встречу с нашим менеджером или вышестоящим директором, а тебе все объяснят, расскажут. Я пока вот этого не делаю, да, то есть это делает наш директор, он у нас набирает кадры, обучает. То есть так вы говорите на первоначальном этапе. Или же вы говорите, отлично, у нас сегодня, или там, у нас завтра онлайн-презентация будет в 11 или в 7, тебе когда удобно.
А вот, познакомишься с нашим директором, узнаешь всю необходимую информацию, да, о проекте узнаешь, потом мы с тобой поговорим, уже скажешь, что ты думаешь по этому поводу. Ну вот, примерно так, да. А шаблоны, опять же, вы в группах можете взять, посмотреть и в рассылке. То есть это у нас получается пункт первый. Не старайтесь сами все всем рассказать. И пункт второй, вы приглашаете людей на презентацию к информационному спонсору. Если вдруг получается так, что у вас человек говорит, я не могу там в это время попасть, да, вы с ним договариваетесь уже индивидуально на скайп-собеседование с спонсором и уже индивидуальную встречу проводите в какое-то другое время. Да? А, значит, и четвертый пункт, да, немножко такой вот статистики. А бывает как, пригласили 2, 3, 5 человек, никто не пришел, то есть это нормально, но пригласили, у вас дойдет 2 человека, или же пригласите 100 человек, из них 25 может дойти. То есть первоначально, когда что-то начинаешь делать, закручивается, этот маховик, нужно его как-то закрутить, да, и постепенно потом у вас появится все больше людей будет приходить, но сначала нужно протерпеть то, что не с первого дня, не с первой встречи, может быть, пойдут люди. И делать не по одному приглашению в день, а по 10-20. Да, то есть я предлагаю, ну вот, как минимум 10 человек на каждую ВВО поставьте себе задачу приглашать, если у вас есть цели продвижения, опять же, в этом бизнесе. Если вы хотите попробовать или случайно у кого-то результата, вдруг там кто-то придет, не придет, там, ну, приглашайте как угодно, да, тогда не удивляйтесь, что у вас бизнес не будет активно развиваться. Если вы хотите результаты в этом месяце и в следующем месяце, соответственно, ставьте себе цель на каждый день. У меня сегодня цель на презентацию пригласить 10 человек. И я иду с людьми, общаюсь и приглашаю. Если вы разошлете 100 приглашений, 100 сообщений о том, что вот есть проект, и пригласите людей, и 100 человек, 10 человек заинтересуются проектом. Если у вас 5 аккаунтов, и вы по 100 приглашений разослали, 500 приглашений, из них обязательно люди у вас будут на каждой встрече. Это, в принципе, не так много времени на это нужно. Ну, а о методах рекрутирования, это у нас отдельные тренинги, приходите на них, подписывайтесь на рассылку. Вот. Значит, и третий пункт, о чем хочу сказать, это пользоваться продукцией, тоже очень важно. Очень важно изучить, что за продукт у нас, с каким продуктом мы работаем. Ваши покупки – это тоже товарооборот. Нам компания платит за товарооборот. И мы же все люди, мы же все пользуемся, мы же все ходим в магазин, покупаем себе гель для душа, парфюмы, крема, хотим качественную косметику, хотим быть здоровыми, поэтому нам нужны витамины. Поэтому в первую очередь, естественно, бизнес мы тестируем на себе. Он уже протестирован на миллионах добровольцев, поэтому не переживайте. Как практика показывает, ничего плохого вы не получите. Получите только хорошее. Вот, и поэтому начинаем однозначно с себя. Да, кстати, вот о продукции. У нас продукция не тестируется на животных, продукция тестируется сначала в специальных там лабораториях, потом на людях-добровольцах, и потом уже это выпускается в свет, что тоже очень важно, влияет на качество. Вот, поэтому вы принимаете, что это бизнес ваш, и ваш бизнес начинается с вас. Соответственно, вы, делая первые шаги, берете, сначала ознакомливаетесь с продукцией сами, берете просто для себя то, что вам нужно. И ваш бизнес будет идти гораздо более активно, если вы будете пользоваться продукцией сами. Если вы будете рассказывать людям другим о том, что вы пользуетесь, чем вы пользуетесь, о том, что вам нравится. Потому что 90% покупок все равно совершается по рекомендации. Мы идем к парикмахеру, к хорошему, кого нам порекомендовали. Мы покупаем вкусную продукцию в магазине какую-то, да, то есть там какие-то фрукты, а какие там вот эти или вот эти повкуснее, да, какие там помидоры более натуральные, да, или еще что-то. Мы часто спрашиваем совета друг у друга, поэтому здесь нелогично продвигать продукцию, которой не пользуешься, просто это больше будет похоже на обман, да, это будет как-то более искусственно. Бизнес будет активнее идти, если человек будет понимать, что с чем вы работаете. Ну, это в любом деле, скажем так, один из критерий профессионализма – знать свою продукцию, уметь ее правильно презентовать. Поэтому изучайте сами, делайте заказ для себя. Ну и еще такой же пункт, да, меркантильный такой вот интерес. Команду строить проще, когда ваш средний заказ выше. Средний заказ – это на какую сумму делает
в среднем каждый человек в вашей команде. Ну, один мог сделать заказ на 10 тысяч, другой на 100 рублей. В среднем это там получится по 5 тысяч на человека. Да? Вот. То есть, если у вас в среднем каждый человек будет покупать, например, на 20 баллов, да, это где-то 800 рублей. В принципе, на 800 рублей любая семья в месяц моется однозначно. Могу вам это очень легко доказать. Но тогда вам нужно будет в команду 375 человек. В принципе, можно и так бизнес строить, да, есть у нас успешные примеры, когда бизнес развивается так, люди за несколько месяцев набирают команду, да, а потом уже начинают делать 150 баллов, чтобы получать объемную скидку. Или же наоборот, да, если у вас крупные заказы, вы делаете лично 150 баллов, можете этому других научить, потому что научить мы можем только тому, чего умеем сами. Соответственно, вам нужно будет тогда в команду 50 человек. Это гораздо проще, гораздо быстрее. Раз, и эти люди, вот есть разница, на какую сумму вы делаете заказ. Да? Если вы делаете заказ на 150 баллов, там у вас больше даже для себя преимуществ, выгоды и прибыли вы получаете. Вот, поэтому здесь вы решаете сами, да, с чего вы начнете. Сами будете обучаться 150 баллов делать или нет. Хотите побыстрее, то эффективнее будет побыстрее. И вот под звездочкой, да, хочу сказать такой момент, для того, чтобы получать объемную скидку, то есть зарплату за работу с вашей командой, нужно делать 150 баллов. Если вы хотите на первоначальном этапе просто набирать команду, не получая за нее деньги, допустим, там на 9% объемная скидка получается, ну, где-то 2000, да, вам, допустим, не нужны они. Ну, можете не делать 150 баллов, да, это, в принципе, не обязательно. Хотя, ну, как бы, я советую все-таки попробовать, и, допустим, ну, вот я когда пришла в компанию, я сказала, что продавать не буду, это вообще не мое, но я поняла сразу, что я теряю, что много бонусов достаточно, да, которые дают за, когда ты делаешь 150 баллов. И, ну, просто уже даже их элементарно потерять было жалко, это раз. Ну, и плюс эти доводы, которые я чуть раньше говорила, они тоже имеют значение, да, тоже я поняла, что это нужно, да, ну, нужно, значит, нужно. Это не такая большая сумма, да, если пойти на любое предприятие, как вот работает менеджер по продажам обычно, да, какой у них там план, у кого миллион, у кого несколько миллионов, да, вот, это не несколько миллионов, собрать заказ на 6 тысяч, это не сложно. Так, если настроено работать, надо сразу в привычку включить делать 150 баллов. Ну, вот как бы да. Я не обязываю, хотя у нас в команде так принято. Вот если бы, знаете, если бы я пришла, и мне с первого дня сказали, что нужно делать 150 баллов, что нужно идти продавать, я бы не осталась в этом бизнесе. Мне сказали, ну, не хочешь, не надо, но для того, чтобы получать вот этот бонус, надо. Вот, поэтому действительно, да, если вы серьезно настроены этот бизнес развивать, то лучше с первого дня научиться, ну, может быть, не с первого дня, там, с первого, со второго месяца, да, придите вот на тренинг по продажам сегодня, на следующей неделе 5 шагов успешной коммуникации, то есть побольше уделите первоначальное внимание этому, и вы увидите все-таки плюсы, что так выгоднее.